Здравствуйте, с вами я, Татьяна Огорелик. Нашла на даче старые деревянные такие вот изделия и решила их отреставрировать. Этот вот, ну, потертый. Значит, немножко наждачкой пошкурю, загрунтую основной краской и пойдет... Под роспись у меня эта емкость. Это тоже, но предварительно надо проклеить. Тут фанера отслоилась в двух местах, сверху и снизу. Ну, сырость помыла от пыли, а потемнело уже от времени и сырость, видимо. Склею. Клей. Такой же возьму момент монтаж, жидкие гвозди и наждачной бумагой. И тоже распишу. Эту емкость я уже начала делать. Это тоже деревянный горшочек с крышкой. Вот он. Закрасила основной краской темно-темно-зеленая. И дальше буду расписывать. Хочу ветку рябины и, возможно, даже несколько листочков будут сделаны из запекаемой керамики и ягоды также. А так пойдет под роспись. Вот она уже в работе. Ну и дальнейший результат покажу. Осталось у меня вот... Такая емкость не сделана, только загрунтована. Но буду теперь наносить рисунок и окончательно доводить. Сделала уже, отреставрировала такую емкость и тот короб. Внутри тоже из баллончика брызнула краской под золото, а снаружи темно-темно-зеленая. На темном фоне вообще рисунки хорошо смотрятся, любые. И рисовала ветки рябины. Листья такие ближе к осенним. И тут золотым контуром украсила детальки. И такой вот получился у меня. Крышку вылепила из полимерной глины, из полимерной керамики. Листочки и сами ягодки рябины раскрасила их и приклеила, клеила, клеила. Момент монтаж, жидкие гвозди. Он хорошо держит. И так вот на крышечке. Листочки получились объемные. Вот она. Это для кухни. Тот короб поедет вообще на дачу. Вот такой. Здесь тоже все склеено. Как вы помните, тут отслаивались верхние и нижний ряд фанеры. Сейчас все уже
сделана, склеилась, клеила тем же клеем момент монтаж жидкие гвозди. Ну и фон тоже темный довольно, и рисунок контуром, и раскрасила светлыми серебряным такой краской, акриловые краски. Покрывала лаком. Были старые, обшарпанные. Это из фанеры такой, миллиметров 8 толщиной. Это выточенная из дерева. Ну и это тоже выточено на станке из дерева. Я их все отреставрировала уже. Вот и закончила реставрацию и этого бокала или баночки, стакан деревянный. Вот он такой получился. Расписывала, как всегда, акриловыми красками и контуром. Покрыла лаком Кудо тем же, что и все остальное делала. И вот такой получился, такой вот он. Сверху покрыла лаком. Рисовала сразу же кисточкой с краской от руки, без наброска, потому что на темном фоне и не видно, да и как-то привыкла уже рисовать так. Вот он, Кудо, акриловый, глянцевый. Краски акриловые можно и такие, или в баночках, это без разницы. А клей бывает и в тюбиках момент монтаж, но я не нашла. Нашла такие, выдавливаю на какую-нибудь крышечку или что-то, беру пинцетом или скальпелем и наклеиваю, если мне когда нужно что-то наклеить. И для кухни вот конфетки можно положить в этом. Там тоже конфеты, а это я решила уедет на дачу. Черный короб. Буду складывать туда коробки со спичками, потому что и печки нужно растапливать на даче. Да и вообще спички нужны. Вот они как раз в этом коробе и найдут себе место. Из глаз спрятаны будут, на стенке короба висеть. И всегда будем знать, где они лежат. Вот такой он получилось все. Обновилось.